Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать. Снова туда, где море огней, снова туда с тоской своей, я исполняю ее на своих гулянках. Мероприятие еще не началось, а в холле уже звучат песни барнаульцев в преддверии Дня Победы. Пришли на патриотический концерт солистки музыкального театра Юлии Башкатовой. Какие чувства вызывают такие песни? Я сама пою в хоре, вот здесь девочки у нас, мы все в хоре поем, тоже патриотические песни поем. Вчера у нас был концерт в этом ДК, так что мы воспринимаем это очень хорошо все. Все зрители концерта поддержали морально и финансово пострадавших от военных действий в Донецке и Луганске. Собранные от продажи билетов средства направят нуждающимся. Люди там пострадавшие находятся, да, им же никто не поможет, бросили их, так сказать, на произвол судьбы, только такими, наверное, способами помочь им: еды, одежды, воды, лекарств. Концертами, этими песнями, которые пропитаны вот этой вот всей тематикой военной. У нас же еще задействован экран в концерте, а в экране Вера Анатольевна Уразова очень все грамотно показывает и хронику военных событий. Вот. И подрастающее поколение, и зрители, они могут увидеть все происходящее, то есть и сопоставить это в единой композиции концерта. Каждая песня, каждая строчка – наша история, которую мы должны помнить, оберегать и передавать из поколения в поколение, считает солистка музыкального театра. Лишь только мой угас, звучит другой приказ, и кучка рвется, как с ума разыскивает нас. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.